Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом стильном городе. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. В Челябинске появилась новая арт-площадка «Дом общественного совета». Название историческое, и несмотря на то, что ассоциируется с чем-то таким серьезным и административным, на самом деле это часть структуры краеведческого музея, музея истории Южного Урала, и это место для творческих проектов. И прямо сейчас предлагаю отправиться туда на открытие фотовыставки. Здесь, в этом помещении, вот все состоит из совпадений. В июле я родилась идея сделать фотопроект, но непростой. 15 прекрасных женщин. Волны, которые должны разойтись вот уже вот по городу. Мы с вами в Доме общественного собрания. Это новое место, хорошо отреставрированное старое. Сегодня здесь открывается фотовыставка «Я женщина». Вот эта площадка должна стать таким местом, которое соберет творческую элиту. Она появилась после того, как я прочитал книгу Загорского об этом месте. Вот. И что здесь было общественное собрание. Мы начали собирать материалы и нашли все про общественное собрание, вплоть до устава. И так получилось, что в этом году общественному собранию города Челябинска 150 лет. 50 лет собрание работало, 100 перерыв, и вот сейчас мы возобновили эту работу. Искренне рады приветствовать всех собравшихся сегодня в Доме общественного собрания Челябинской области на финале первого сезона фотопроекта «Я женщина». Знаете, от задумки, от идеи до воплощения прошло всего 3,5 месяца. В июле родилась идея сделать фотопроект, но не простой, такой какой-то местечковый, да, а фотопроект с размещением женщин в историческом музее. Владимир Иванович Богдановский поддержал эту идею, познакомил меня с прекрасным фотохудожником Анжелой Шефер, и работа закипела. Работа проведена была глобальная и очень скрупулезная. Это было очень ответственно, очень серьезно, потому что, когда я первый раз я их увидела на самом деле на фотографиях, в такой спортивной одежде, я их разложила перед собой, 15 прекрасных женщин. Меня вдохновили эти женщины настолько, что все пошло как-то, все потекло какой-то сначала ручейком, наверное, потом какой-то рекой, которая захватила меня, этих женщин. То есть какая-то отдача, какая-то энергетика невероятная, какие они волшебные, какие они роскошные и многогранные. Мы попробовали женщину переместить, ну, буквально на 2 века назад и посмотреть, насколько ее генетическая память сработает и насколько она с наших фотографий сможет посмотреть тем взглядом женщины 19 века. Мы отобрали группу женщин, которые 2,5 месяца у нас учились стилю, моде, позированию, технике шага. И затем в течение месяца Анжела снимала женщин, и женщин 21 века погружала в интерьер 19 века, ну и даже в средневековье некоторые попали. И сегодня работы готовы. В музее вот такое открытие выставки. Выставка будет жить дальше. Она станет собственностью музея, конечно. Я думаю, что каждая челябинка может прийти полюбоваться на этих женщин, вдохновиться и начать менять что-то в своей жизни. И таким образом мы сделаем Челябинск более привлекательным, красивым и счастливым.
в новые технологии нам позволяют писать женщину, куда мы хотим, куда мы придумали, но это все-таки работа такая творческая в то же время, да, и когда ты уже практически сделал, как тебе кажется, шедевр, и проходит, допустим, мимо физик и говорит: Анжела, тень от вот этого мизинца падает не вот сюда, а на 1 градус левее, и ты понимаешь, что... Придет другой специалист, который, например, скажет, что вот этот блик в глазах, он не вот не от этого хрусталика, а вот от того, например. И это было очень ответственно, очень серьезно. Выход на подиум участниц фотопроекта предварили показы ювелирных украшений и модных коллекций современных российских дизайнеров. Кстати, зрителей пришло намного больше, чем планировали организаторы. И после официальной части гости еще долго изучали все детали портретов. Разные коллективы, там показы, значит, живая музыка. Вот это все, конечно, наполнено вот так, как я хотел, так, как я думал. Да, вот я это все увидел, и немного даже лучше. Тенденции в макияже меняются практически каждый сезон, и по большей части это тема маркетинговая, коммерческая, связанная с выходом новых продуктов. Но, с другой стороны, игнорировать тенденции нельзя. Главное помнить, что для каждого возраста, для каждого типа лица существует своя схема актуального мейкапа. И как раз на эту тему наш следующий сюжет. В молодом возрасте макияж – это эксперименты с цветами и текстурами, способ самовыражения и исследование возможностей своей внешности. С годами смысл макияжа меняется, и уже ближе к элегантному возрасту задача декоративной косметики – подчеркивать статус, создавать ухоженность и отматывать счетчик своих лет назад. Для дам элегантного возраста я бы все-таки порекомендовала первое – это обратить внимание на брови, сделать акцентные брови или хотя бы сходить к бровисту, чтобы подобрали форму и уже потихонечку этой формы придерживаться. Второе – не бояться цветных подводок, цветных тушей, только цвет не в чистом виде, не ярко-синий, а приглушенные оттенки, темно-синие, темно-бордовые, будут подчеркивать и радужку глаза, и глаз будет смотреться ярче. Хочу обратить внимание на контур губ, потому что с возрастом контур губ уже становится не такой четкий, и когда дама подчеркивает именно карандашиком, очень красиво смотрится, губы приобретают форму. И румяна. Румяна, и может быть даже не обязательно использовать на самом деле тон, это может быть минеральная пудра, которая создаст эффект просто глянцевой кожи, ровной, при этом она не будет заваливаться в морщинки, что всегда всех беспокоит. Как известно, с годами все природные краски бледнеют. Не такими яркими кажутся глаза, не столь четким контур губ, но вся тонкость антивозрастного макияжа заключается в том, что он должен быть контрастным, но при этом мягким. Личное восприятие своей внешности – это индивидуально, но если как визажист рассматривать, да, если ко мне обращаются, я, конечно, не советую использовать сильно графичные линии в макияже, то есть это жесткие обводки глаз, подчеркивание нижней линии века жестким карандашом, то есть это создает немножко такую графику и может даже где-то подчеркивать морщинки, добавлять возраста, то есть больше мягких линий, или если стрелочка, то достаточно такая тоненькая, вот, и не бояться добавлять цвета в ресничный контур, можно использовать цветную тушь и стараться не делать сильно жесткие графичные брови. В элегантном возрасте модная жизнь только начинается. Вот, например, иконе стиля Айрис Айпфель недавно исполнилось 100 лет, а в 90 она стала лицом косметического бренда MAC. Вот нам, девочки, и источник вдохновения, яркий пример оптимизма и индивидуального стиля.
Такая категория одежды, как пальто, раньше ассоциировалась с чем-то солидным, статусным, иногда даже консервативным и скучным, но с тех пор, как в современной моде стало возможным смешивать различные стили и направления, буквально все со всем, отношение к этой категории одежды поменялось. Теперь это стало не только униформой солидных людей, но и любимым предметом всех прочих модников. А о том, какие модели будут популярны в сезоне осень-зима 21-22, смотрите прямо сейчас. И если пуховик – это прежде всего удобно, то пальто всегда чуть более статусно. Несмотря на то, что и то, и другое может быть стильным и не очень, именно у пальто гораздо больше вариантов комбинаций – от предсказуемых классических до весьма экстравагантных. В трендах этой осени отмечены короткие модели бушлат и кейп, яркие цветные пальто, клетка и хищный принт. Чем насыщеннее краски, чем креативнее рисунки, тем более выраженным становится цветотерапевтический эффект – проверенное средство от осенней хандры. Сохраняются также тенденции к свободному силуэту, свежо смотрится стиль минимализм. И чтобы продлить время присутствия пальто в зимнюю погоду, его можно сочетать с по-прежнему актуальными жилетами, а также разнообразными меховыми аксессуарами. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Ну, рассказывай. Мысли, слова и действия определяют то, как мы живем. Мое счастье не зависит от мужчины. Люблю, куплю, поехали. Семья рушится. Не все хотят семью, не все хотят детей. Это иногда иллюзия. Иногда найти мужика – это крайне важно в жизни. И еще важнее – осознать, кто ты. Наш век многозадачностей, когда не бывает просто журналист, просто врач или просто учитель, когда у каждого из нас очень много разных активностей, в этой ситуации как вас правильно представить? Я модный тренер по личностному росту. То есть это ваше основное направление, и тогда напрашивается такой вопрос, что этому предшествовало? Я всю жизнь выступала. Сколько себя помню. Я чувствовала себя на сцене, как рыба в воде. В 17 лет я приехала из маленького города в Екатеринбург и поступила на факультет телерадиожурналистики. Я профессиональный журналист и телеведущая. 18 лет я проработала на областном телевидении в Екатеринбурге, была топовой ведущей, лучшим политобозревателем на протяжении 16 лет. 11 лет назад я открыла тренинговый центр, тогда, когда это не было мейнстримом, не было модным ходить на тренинги, вообще этого не было. И я создала в нашем городе определенную моду на саморазвитие. И затем, когда через 5 лет все начали учиться и учить, то я уже точно знала, как, зачем. И мы открыли онлайн-школу и работаем по всему миру. Я провела несколько тысяч тренингов за свою жизнь. Я очень работоспособна. Я работала по всему и работаю по всему миру. У меня вот этот тренинг «Говорим с мужчиной по-женски», он вживую проходил в Нью-Йорке, например. И я очень рада, что у нас растет количество участниц и в офлайне, и в онлайне. И наши тренинги – это не про успешный успех, не про потоки, не про манипуляцию мужчинами. Это глубокие тренинги по коммуникации, а коммуникация – это основа для здоровой самооценки, грамотного общения с другими людьми и в целом для уверенности. Вот главное, что я даю, это уверенность. Уверенность и инструменты. Искусство красноречия в наши дни. Что оно из себя представляет? Как этому учиться? Зачем этому учиться? Нужно ли учить этому детей? Вы знаете, я всегда говорю, не учите детей, говорите с ними. И от того, какая речевая среда в семье, будет зависеть, кем ребенок станет.
И испокон веков было важно, как человек говорит, но еще важнее, как он мыслит. И я учу и этому тоже. Мысли, слова и действия определяют то, как мы живем. Вот она магия достижения экстраординарных результатов. И я тот самый сапожник в сапогах, который показывает, что если человек умеет договариваться с самим собой и с другими, он будет успешен, он будет любим, он будет богат. Это не мечта, это норма жизни, и к этому любой может прийти. Я не родилась с золотой ложкой во рту, но всю жизнь я училась говорить. Психолингвистика, техника речи, риторика – это то, что я изучаю всю жизнь с 4 лет. Мне 37, я очень глубоко знаю эту тему. И я считаю, что это тот инструмент, который будет востребован во все времена. Всегда люди должны уметь говорить. Сейчас многие ходят на тренинги личностного роста, но не понимают, что основа успеха – это мышление и речь. Без этого никуда. Ты можешь сколько угодно знать ритуалов, совершать 100 шагов, биться лбом о стену и не понимать, почему ты не делаешь тот самый желанный шаг вперед до тех пор, пока ты не поменяешь порядок в своем ментальном королевстве. Я учу этому. Можно ли научиться красноречию, не будучи человеком начитанным и образованным? И как тогда в случае вот отсутствия правильного бэкграунда, как это все можно компенсировать, наверстать, уже будучи взрослым, зрелым человеком? Я всегда скажу, читайте. И я противницы тех тренеров, которые говорят, не надо читать классическую литературу, читайте книги по личностному росту. Нет, господа, если вы ни разу за свою жизнь не открыли Бунина, если вы не можете отличить Солженицына от Булгакова, вам будет очень сложно глубоко понять то, что я даю. И у нас есть небольшой процент людей, которые к нам приходят, и они, правда, меня не понимают. Обязательно читайте. Читайте своим детям. Дети, которые к нам приходят, у нас есть ТикТок-дом для детей, образовательный ТикТок-дом. Я им все время говорю, ребята, книжка в месяц обязательно. И мы прививаем любовь к чтению. Конечно, без этого никуда. И очень страшно, что общество ментально беднеет, что родители не читают, не разговаривают с детьми, а общаются на языке смайликов. И я в этом смысле современный родитель. Мне не 100 лет, я молодая мама. Но я, конечно, за образование, конечно, за фундаментальные знания и про сложные книги нужно говорить с детьми. Да, сегодня вы не поймете, но если вы никогда не читали «Унесенные ветром», то, Господи, вы так себя обкрадываете, потому что вот там действительно красиво о любви. Поэтому надо читать. Компенсировать можно, но сложно. Поэтому, если нас смотрят родители, пожалуйста, вкладывайте в развитие своих детей. Что касается сегодняшнего тренда «всех и всему учить», как вы идентифицируете себя в этом море информации, как пытаетесь отстроиться от тех порой дилетантов, которые красиво упаковали свой бренд, но при этом ничего из себя не представляют? Я, наоборот, очень рада, что сейчас все учат из каждого утюга, поэтому, как правило, к нам приходят, уже начитавшись, поучившись, и тут у глубокого человека возникает ощущение, что он дома. Я сама учусь, вот я сейчас получаю 3-е высшее образование, я училась в аспирантуре, не защитилась, потому что ребенка родила. Я спокойно отношусь к тому, что есть. Вы знаете, когда вы распечатываете свой масштаб, то вам в определенный момент становится все равно на конкуренцию, вам становится все равно на негативные отзывы, вы спокойно реагируете на многое, что раньше не давало вам покоя. Вот мне сейчас уже спокойно. Сегодня на тренинге говорим о диалоге между мужчиной и женщиной. С одной стороны, тема очень попсовая, а с другой стороны, очень болезненная для нашей страны, для нашей патриархальной страны, где так важно в обществе быть за мужем. Можно ли сказать, что это нечто большее, нежели просто про то, как найти мужика? Иногда найти мужика – это крайне важно в жизни. И еще важнее осознать, кто ты. Тогда все вопросы по поводу мужчин, друзей, клиентов отпадут сами собой. Этот тренинг родился таким образом. Изначально я работала практически только с мужчинами. Ко мне приходили парни, которые хотели стать депутатами.
Парни были разных возрастов, парни были разного, там, из разного прошлого. И, в общем, у меня была очень высокая статистика. 9 из 10 всегда проходили, если занималась я. И вот один из моих учеников, который избрался, а затем он начал просто ходить ко мне, проплачивать занятия, и мы, по сути, разговаривали. И я каждый раз говорила, вам не нужно заниматься, потому что у вас уже поставлено все. Вы спокойно можете 5 лет сейчас на тех знаниях, которые я вам дала, работать. Вам не нужно заниматься. И в какой-то момент он скинул мне приличную сумму на счет и сказал, я проплатил тренинг для своей жены и ее подруг. Она одна не пойдет, проведи, пожалуйста, групповое обучение. Я говорю, ну здорово, чему их научить? Самопрезентации, переговорам. Он говорит, они не работают. Ни одна. Спаси мой брак. Потому что, он говорит, ты единственная женщина, с которой я могу разговаривать. И когда ты появилась в моей жизни... Он говорит, я прекрасно понимаю, что там нет никаких шансов, ты замужем, я женат. Но я хочу, чтобы мне было интересно со своей женой. Я понял, какой это кайф, когда я всю неделю жду этого часа, чтобы ты просто спросила, ну рассказывай, как они, как у тебя там все? И он говорит, я вижу, что ты не играешь, что ты искренний, и более того, ты единственная, кому я готов позвонить, когда я не знаю, как поступать. И так родился тренинг «Говорим с мужчинами по-женски». Я пришла, и на меня девчонки смотрели, знаете, как змеи такие, типа, кто это? Чему она нас научит? Мы дружим до сих пор. И мой тренинг о том, как совмещать счастливую семью и блестящую карьеру. О том, как договариваться с мужчинами на работе, чтобы им с нами было комфортно. О том, как перестать манипулировать, ходить на всякие там тренинги для гейш. И быть нормальной русской женщиной с нашим невероятным потенциалом для того, чтобы наш муж, ну так в целом, да, я скажу, в целом, наш мужчина, чтобы он рос, богател, чтобы он хотел прийти домой. А в том случае, в той запущенной ситуации, что эти женщины, удачно вышедшие замуж за перспективных мужчин, что они делали не так? И вообще, что мы порой делаем не так, что мы ссоримся и браки рушатся? Зацикливаются на себе, конкурируют с мужчиной, считают, что мужчина ответственен за их счастье и должен работать тоже над отношениями, начинают жертвить, то есть перекладывают ответственность за себя на мужчину и начинают с него спрашивать. Мол, типа, я раньше была такой счастливая, а теперь... Скатываются в инфантильных девочек или превращаются в заботливых мамаш с вытянутыми гетрами. И очень-очень много ошибок, но они в основном типичные. Или, например, девчонка начинает расти, да, сама успешная, и превращаются в бой бабу. И тоже семья рушится, потому что нет баланса, не понимают, как это. Огромная проблема женщин, которые в разводе, это то, что они настраивают мужчин против своих детей, и тем самым калечат всех, но главное – ребенка. Поэтому что конкретно не так делала моя первая героиня? Она зациклилась на себе, она перестала развиваться, ее муж очень сильно рос. И его все устраивало на старте. Но потом они слишком по-разному, с разной скоростью поехали. И если бы я тогда не включилась, то, скорее всего, он бы нашел какую-то вот женщину типа меня, успешную, интересную, бодрую, занятую, которой некогда ревновать, некогда проверять, сколько там раз он зашел в WhatsApp. Поймите, вот мне некогда контролировать моего любимого мужчину. И поэтому, когда мы встречаемся дома, у нас каждый раз как первое свидание. Мы как будто вот влюбленные бесконечно, потому что мы путешествуем, я улетаю в командировки, он улетает. Мы встречаемся, и вот он, наш домашний рай. И тренинг о том, как вернуть для семейных пар, вернуть вот эту вот влюбленность, а для девчонок свободных признать, чего вы хотите на самом деле. Не все хотят семью, не все хотят детей, это иногда иллюзия. И признаться себе в этом тоже круто, тогда вы встретите мужчину-партнера. А есть ли такое ощущение, что все вот эти отношения между мужчиной и женщиной, сохранение, правильные разговоры, все это ложится на плечи женщин? Мужчины же не ходят на тренинги, как разговаривать с женщинами? По большому счету, я всегда говорю, что тренинг, как говорить с женщинами по-мужски, был бы очень коротким. Люблю, куплю, поехали. Три слова, которые нужно говорить.
Без разницы, с какой интонацией. Да, с вас 96 500. В моем доме мужчина – это мужчина. То есть покупка дома, машин, путешествий – это не на моих плечах. Я здесь вкладываюсь исключительно мечтой, исключительно поддержкой. Но рассматриваю это следующим образом, что это деньги семьи. И есть женщины, с которыми мужчины богатеют, растут, есть женщины, с которыми мужчины беднеют и болеют. Да? Поэтому я думаю, что да. Что если вы хотите быть замужем за человеком успешным, вот пусть он карьерой и занимается. Мужчина, в отличие от женщины, такой мозг, у каждого пятого, конечно, это исключение, каждый пятый, но вообще мужской мозг и женский отличается. Мы можем одновременно все делать, и бизнес открывать, и детей рожать, и так далее, как я и делала 11 лет назад. Мужчина, он вот, ему нужно все яйца сложить в одну корзину. И вот пусть он занимается бизнесом, пусть он занимается работой, домой приходит и отдыхает. Вот когда мне говорят, ну вот у тебя все время цветы, путешествия, свидания, я говорю, так я говорю об этом. Я говорю, любимый, я хочу полететь вот туда-то в отпуск. Любимый, перешли деньги, я заказала себе цветы от тебя. Ну и, конечно, раз я это делаю и не обижаюсь, то постоянно там на следующий день после того, как я заказала сама себе цветы, на следующий день он их купит. Он любит меня баловать. Но зачем его тюкать, отвлекать, если он сейчас занят работой? Я сама спокойно куплю себе подарки, и мое счастье не зависит от мужчины. Вот и все. Спасибо, Ксения. Всем счастья, любви и гармонии, умения говорить и договариваться, а самое главное – слушать и слышать. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Познакомиться ближе с героями наших выпусков можно на наших страничках в Инстаграм и во ВКонтакте, а также на YouTube-канале Beauty Time. Всегда рады вашим подпискам, комментариям и лайкам. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я». We'll be right back.